по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, по решению Национальной комиссии по кадровой политике, по переводе из корпуса на должность политического государственного служащего, прошу поддержать кандидатуру Мукаева Мурата Рахметовича. Мукаев Мурат Рахметович родился в 1969 году, имеет два высших образования, экономическое, финансовое и юридическое. Трудовую деятельность начал в 1992 году инспектором по учету налоговой инспекции Фурманского района Казахстанской области. С 1994-1997 года работал на различных должностях в банковской сфере. С 1997 по 2011 годы работал на различных руководящих должностях таможенной службы Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. С 2011 по 2013 годы работал руководителем отдела предпринимательства акимата города Уральск. С 2013 по 2016 годы аким Жанибекского района Западно-Казахстанской области и с мая 2016 года аким Теректинского района. Прошу поддержать. Кто за то, чтобы утвердить данное предложение по данному вопросу, прошу голосовать. Против, воздержавшихся, нет.